Всем привет, с вами Дядя Страшный, еду со смотровой. Какая-то группа товарищей приехала, тоже смотрела с детишками. Ну, в общем, что, ехаем, посмотрели, ехаем. Ехаем обратно. Впереди у нас тоже еще длинный путь, долгий. Надеюсь, преодолеем его без каких-либо поломок. Хотя можно здесь секануть сейчас направо, туда-сюда и через навесной мост быть дома. Блять, сука. Мчим, короче, мчим. Останавливался, брал телефон, звонил. И сейчас мчим. Расширили территорию за колючкой. Знаете, глины сколько? Глины сколько? Ай-яй-яй. Курва, пердоля. Другой мост, тут два моста, старый там со шлюзами и новый мост. А вот справа это карьер, река 7, я уже рассказывал, вот там карьер, вернее не там, вот там сейчас будет. Видос на канале, где я на гидроцикле и махе катаюсь в этом карьере. Именно здесь вот старые деревни стояли, кладбища были. Здесь, если с металлоискателем с хорошим, то старинных монет можно нарыть сколько угодно.
открытая свалка городская. Всякие там металла чего-то, печки булерьян, кто знает, булерьян печки, они делаются именно здесь, изготавливаются. Молокозавод справа. Колбасня справа. Сервис, автосервис. Поселок Иванино, выезжаем. Адаптирован к мотоциклу, еще не продрочился ехать, вообще как-то стрёмно даже. Зайду к товарищу, полялякаем, побеседуем, ну и дальше поедем. Каштаны цветут во весь опор. У меня только недавно распустились листья на каштанах. Но у меня молодые каштаны, поэтому, может быть, так. Прямой 12 километров, Курск налево, объездная 48, Гоф направо 26, Рыльск 67. Ой-ой-ой-ой-ой.
выключаешь, чтобы не палить, куда я приехал. Едем дальше, очередная часть, серия, едем, километров 12 сейчас проедем, наверное, 10, заедем к одному гражданину. Поле, справа поле и прямо поле. Ну и поле мы уже проехали. В другом поле. Ай-ля-ля. Почта России стоит, ребят, смотрите. Это Почта России. Так, вот проехал я, короче, 18 до станции, плюс 32, 50 километров уже. Мы с вами сегодня прокатились. Ну и обратный путь примерно столько же будет. То есть соточный продубас у нас такой. Соточку катанем. Ну да, всем спасибо, всем пока, до новых встреч. А я буду ехать в обратный путь. Ай-яй-яй, вот так далее.